Так, есть две проблемы. Первая проблема, что у нас вот это я забыл сделать ей. Так, вот я забыл сделать ей ремеш. Поэтому возьмем 2000. И скажем ремеш. Селект объект, но я же выделял, вот оно. Есть, да? После этого мы скажем смус, сгладили, все хорошо. Это первая проблема. Вторая проблема вот этот нос. Он как бы здесь и в то же время не здесь. Нам придется его удалить, ребята. Нам придется его удалить, иначе у нас будет проблема. Он будет бегать за всем чем угодно по лицу. Потому что я его не соединил, когда нужно было в скульптинге. А за этим надо следить. Вот теперь я его убрал, да? Мы сделаем следующее. Вот настоящий нос. Который мы делали, который мы как бы закрыли этой нашлепкой. Но это было зря. Е. Так, еще раз Е. С. Вот так. Вот теперь мы можем его покрасить просто и все. У нас получится немножко кривоватенький носярчик. Ну, можем его поправить, подождите. Так, я пойду сюда и скажу, что он у нас вот такой. Вот. А далее можем с вами пойти вот сюда. Взять, где у нас нехватка. Включить вот этот. С помощью убрать. Вот видите. Вот теперь мы его прекрасно выбрали, как нам нужно. Пусть топология не совсем красивая, но зато будет работать. Все, это раз. Теперь второй объект. Вот. Смотрим. Это у нас вот с этим должно вместе быть. Ctrl J. Все. А вращаться только глаза, а брови нет. Так, теперь начинаем. Сколько у нас время? 3 минуты. Хорошо. Делаем теперь вот что. Shift A. Для чего собрались? Ремеши делать правильно. Так, включаем сюда. Включаем View. Front. И поворачиваем R. Вот так. Тянем наверх, уменьшаем. Это будет основное наше оперение. Теперь следующее пошли. Е. Переходим в объект. Видим. Е. Шея. Голова. Вот так. Так, дальше. Переворачиваем R. Ставим вот так, поменьше сделаем. Теперь ставим сюда. Здесь тоже поменьше чуть-чуть. Вот отсюда. А дальше Е, Е, Е. Он у нас потому что такой. Здесь выстраиваем. Потом берем вот это, тоже выстраиваем.
Прямо это тоже выстреляем. Вот этот. Двигаем сюда. Отлично. Смотрим. Ну, более-менее, скажем так, не совсем, но тут уже не надо космическое стрелять, мы с невестой не будем. Космическое нам не надо такой сильной точности. Так. И далее мы делаем следующее. Shift A. Поворачиваем. Уменьшаем. Вот у нас как бы плечо будет, да? Спереди смотрим и ставим. Сюда плечо. Вот отсюда. Отсюда уже пойдет нога. Ставим их на место. Сбоку смотрим. Вот сюда. Можно было, конечно, скопировать, но я не рискую, честно говоря. Я не рискую в этом случае, поэтому пускай будет так. Я лучше сделаю еще Shift A. Разверну. Так, и вот так разверну. И уменьшу. Неправильно. Разворачивать, так разворачивать. Причем с G, так. Уменьшаем. Кликаем. Тащим вот сюда. И она все равно большая. Так вот. То есть я нашел более-менее верный способ, как работать с этими риггингом. Вот вам показываю. Теперь я прошел через кучу разных неприятностей, но постепенно научился вроде как. Сейчас проверим. Так, мы берем вот эту, идем вон. Называем ее точка L. Для чего я это делаю? Потому что тогда программа начинает понимать, что это у нее как бы слева. Хотя и смотрит кошки в задницу, эта программа, да? Получается L. Но, тем не менее, я с ней спорить не буду. Переделать, тем более, программист L. Просто последуя совету. Когда мы говорим точка L, она понимает, что это вот у нее левая вот эта часть. Да? И потом можно использовать вот этот командный пункт. Симметрия. Вот он. Раз. Встал. Не совсем туда. Ну да бог с ним. Главное, что встал. То же самое здесь. Я, может быть, не выровнял его по оси. Говорим, что это вот левая. А, ну мы уже сделали, да? Так, и теперь говорим симметрия. Он тоже встал как-то не совсем хорошо, но это тут это как раз не важно. Вот так. Ну, где-то вот, скорее всего, таким образом. Так, теперь важно следующее. Мы берем вот этот, крепим к этой кости. Это основная кость. Материнская, матерая.
Дальше Ctrl-P и говорим Cap Offset. То же самое делаем сзади. Так, стоп. Это и вот последнее это Cap Offset. Отлично. Собрали. И последнее это вот это с этим тоже должно быть Cap Offset. Есть. Хвост соединился. Потом мы кинематику к хвосту применим. В принципе, можем сразу применить. То есть делается это так. Мы идем в позу. Берем этот и говорим Ctrl-Shift-S. А здесь идет Copy Rotation. Для чего это делается? Но не забывайте, вот тут изменять на локальные. Вот так. Работает? Теперь это с этим. То же самое. Ctrl-Shift-S. Rotation. Также вот локально ставим. Теперь вот это с этим. То же самое, говорим, Ctrl-Shift-S. Rotation. И локальное. Теперь, когда мы будем брать за вот этот хвост, будет двигаться по окружности. Rotation, вращение будет. Так, но нам теперь надо сделать следующее. Нам сделать две вещи. Вот это и вот это. Привязать Ctrl-P. Сказать, что автоматические веса есть. Теперь вот этот глаз и вот этот скелет. Уже говорим Ctrl-P, автоматические веса. Вот, вроде все правильно сделали, но не факт, что будет работать. Такой он капризный ригинг этот. О, сказал собака, правильно сказал. Проверим сейчас. Так, сначала берем выделение все, теперь пойдем сюда, возьмем и посмотрим. По идее должно двигаться все. R. Да. Вот, отлично. Лапа, он говорит, дай-ка мне чего-нибудь. Можешь мне что-нибудь дать? Иначе, берегись. И это он поднимает или поднимает хвост. И все. И у нас котяры можно делать разные позы уже. Вот так. Останется пойти в этот рендеринг, поставить глазки. Ну, будет симпатично. Но это мы уже с вами делали. То есть вы поняли, рендеринг работает прекрасно. Замечательно. Ну, до следующего раза, ребята, до следующей фигурки. Пока.